eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Всем привет, друзья! С вами студия Castle TV и Strike. Мы начинаем трансляцию сегодняшнего игрового дня. Сегодня у нас действительно уйма интереснейших матчей. И начнем, наверное, с самого интересного и самого важного для команды Na'Vi. По крайней мере, Na'Vi против Фнатиков. Здесь решается судьба квоты, скорее всего, на ван-финалы 9 сезона. У Фнатиков в данный момент довольно-таки неплохая статистика. Идут практически без поражений. Всего лишь одно поражение и одна ничья. Все остальное только победы. У Na'Vi уже есть 3 поражения. И любое поражение в оставшихся матчах может послужить не выходом на финалы 9 сезона. Вот такие вот пироги. Поэтому надо парням подсобраться. Карта Train. Карта действительно... неоднозначно, я бы не выделил здесь какую-то либо из команд, а именно или Fnatic, или Na'Vi. Здесь нельзя сказать однозначно. Здесь все будет 50 на 50. Шведы против украинской команды со словаком в составе. Будет очень интересно. Мы ждем боевых рестартов, ну и в принципе готовы начинать. По идее, команды также готовы. Зрители уже массово бегут на стрим, знают, что действительно здесь будет сумасшедшая заруба. И они не ошибаются. Так, вот на всякий случай еще покажу. Кто же для вас сегодня комментирует? Это Страйк. Игорька сегодня нет, у него сегодня заслуженный выходной день. Завтра уже будем вместе, а сегодня буду только я. Так, ну и наконец-то Knife раунд начинается. Сайдпик. Конечно же, очень важный момент. В такой вот ситуации Train. Однозначно карта... дефенса. Ну, вот лично мое мнение, вы можете быть с ним не согласны, но мне кажется, именно так. За дефенс здесь гораздо удобнее начинать, гораздо проще сдерживать выходы атаки, чем разрушать оборонительные редуты защиты. Поэтому, кто выиграет Knife раунд, тот получит небольшой такой вот бустик. Наверное, как-то даже глупо прозвучало, ну да ладно. Пока Фнатики выглядят куда сильнее своих оппонентов на ножах, режут практически всех живых, остается только Сережа Старикс и также погибает. Фнатики выигрывают сайдпик, будут начинать за дефенс, здесь без вопросов, JV пишет стей, ну и мы точно так же готовы начинать, смотреть за чудо-зарубой, кто же больше хочет пробиться на ван-финалы 9 сезона Star Series. Итак, пистолетный раунд, смотрим на карту, что будет происходить у нас здесь. Фнатики... я думаю, нет, нам понадобится еще один рестарт. Вот он сделан, и теперь мы точно готовы. Фнатики будут играть, скорее всего, дефолтно. Будет 3 апленд. Скорее всего, в самом начале будет хлопающий игрок вместе с ними. Да, и один игрок будет принимать вэпленд. И это, если не ошибаюсь, будет флюша. Да, именно так и происходит. Тем временем смотрим, что происходит у Na'Vi. Na'Vi в пятером отправляется в дом. Зезус! А именно Даниил Тесленко быстренько занимает котлы, прогоняет флюшу. Ну вот раньше здесь были котлы, поэтому позиция так, скорее всего, и называется. Итак, мобильность шведского дефенса. Посмотрите, что происходит. JV уже поджал в десяточку и заходит команде Na'Vi в спину. Шведы укрепили вчетвером базу Б, и вскрыть их защиту будет действительно непросто. Итак, JV. Момент. Na'Vi прочитали поджимы, и Зев забирает JV.
у себя же в доме и выводит свою команду в численное преимущество в этом раунде. Вот теперь у Фнатиков начинаются проблемки. Потеряли одного игрока, на самом деле поспешил JV. Все было безупречно у команды Фнатик ровно до того момента, пока умер их тиммейт, который заходил в спину. Как перестроились Нави, смотрим. Сережа Старикс на зелени, готов уже лишить жизни. Лишить жизни Devil Волк, если я не ошибаюсь. Именно он остается на этой позиции. ДВГ, именно такой ник у Devil Волка. А в этом матче Сейзет забирает Devil Волка. Нави занимает апленд, и теперь действительно большие проблемы у команды Fnatic в этом раунде. Ситуация 5 в 2, бомба устанавливается на открытом пленте Флюша и Пронокс. Вдвоем неплохо разбираются парни. Это увеличивает их шансы на победу в этом раунде. Правда, по-прежнему ситуация не из лучших. Бомба стоит, и Зевс забирает Пронокса. И уверенным хедшотом минусует Флюшу. 1-0, Натус, Винсер повели в атаке. Это хорошо. Хорошо, конечно же, для украинской команды, для фнатиков ничего хорошего в этом нет. Теперь надо спокойно, без каких-либо сверхскоростей, взять два экономических раунда у шведов и уже потом на оружейных доказывать, что действительно мы сильнее. Мы, я имею в виду, команда Na'Vi. Так, Guardian. Вот уже первый минус. Попытался выйти на открытую, был моментально за это наказан Пронексом. Что дальше? Шнейдер на закрытой. Забирает Эдварда и падает Старикс. Вот так провал у Na'Vi на эко-раунде. В живых остается только Зевс и Сейзет. Зевс забирает Шнейдера. Вот наконец-то удалось разгромить грозного шведа. Сейзет минус JV. 2 в 3 Na'Vi выходит на закрытый плент. Бомбу ставить не спешат. Буду действовать аккуратно, понимая, что каждая ошибка может стоить отданного эко-раунда. В этом раунде уже было слишком много ошибок. Упало 3 игрока без размена. Пронок заходит в спину, забирает Зевса. Это второй минус в раунде для Пронокса. Сейзет с бомбой на руках. 60% здоровья против двоих. Пронокс и Devil Волк. Давайте посмотрим на позиции шведских игроков. Devil Волк уходит на небо. Пронокс ждет игрока на закрытой. Ну а тем временем Сейзет спокойненько уходит себе в баню. Через тупики на открытой будет пытаться поставить бомбу. На все про все у Дениса есть 35 секунд. Devil Волк. Вот такая вот позиция. Ну, Devil точно услышит, как будет установлена бомба. Так, мы послушаем. Да, вот на топов Дениса, и теперь есть инфа для Пронокса. Что же дальше? Сейзет уходит под окна. Бомба стоит. Это уже хорошо. Это как минимум обеспечит команде Na'Vi бонусные денежки. Но раунд-то проигрывать не хочется. Денис постарается сделать максимум, чтобы взять этот раунд для своей команды. Так, вот, ну, вот как только должен был забирать Devil Волка, Пронок зашел в бок и забрал последнего игрока команды Na'Vi. 1-1, Фнатики берут экономически, и у Na'Vi, теперь уже у Na'Vi проблемы. Как же так? Все было просто безупречно. Пистолетный раунд за атаку, это действительно невероятно круто, но отдавать эко, это провал. Это провал для команды Na'Vi, и теперь парни. Знаем мы, как они могут закупаться вот в таких вот спорных моментах. Но на этот раз принимается решение провести полный экономический и постараться выбить как можно больше девайсов из команды Fnatic. Ну и постараться поставить бомбу, конечно же. Да, неоднозначное начало. На, в принципе, все логично. Карта неоднозначная. Нельзя сказать, что это лучшая карта команды Na'Vi. Нельзя сказать, что это лучшая карта команды Fnatic. Все мы знаем, что Na'Vi хороши на Inferno, на Mirage, а Fnatic хороши на Nuke и на Inferno. Ну, вот трейн, скорее всего, это просто выход из сложившейся ситуации. Обе команды не хотели играть сильные карты своих соперников, поэтому сошлись на нейтральной карте трейн. И пока действительно у нас ровное начало. 1-1 счет и эко-раунд для рожденных побеждать. Парни не спешат выходить на какой-либо из плунтов, но будут стараться выйти на закрытую, поставить бомбу, укрепить свою экономику, ну и поднапрячь фнатиков. У шведов довольно-таки интересный арсенал девайсов. 2, Мак 7, Флюша и JV. Вот такие вот две позиции. JV наверх-низ, Флюша будет принимать нижнюю волну, ну и, по-моему, Флюша готов сделать хайлайт. Так, Флюша, 2 отличных минуса. Руку сейчас поменяем, народ. Уже была просьба сменить руку. Ну, на самом деле, играю с левой рукой, поэтому иногда вот на трансляциях приходится в последний момент ее менять. Но теперь все окей, надеюсь,
Больше у нас все-таки правшей, чем левшей, но я тоже правша, но почему-то все-таки в CSGO и в CS 1.6 играл всегда с левой рукой. Без проблем Фнатики остановили сливающих игроков команды Na'Vi, ну а теперь Na'Vi с девайсами. Что же будет здесь? У Гвардиана появляется снайперская винтовка. Сережу Старикс отправляют на зеленый. Эдвард тем временем наверх-вниз. Я уверен, именно там он сделал первый минус. Забирает шведа. Данил Тесленко поддержал. Гвардиан также был не против забрать Шнейдера. И теперь ситуация 5-2. Эдвард еще один минус. В десяточке падает Флюша. В живых остается только Дэвил Волк против четверых игроков команды Na'Vi. Ну и в принципе раунд какой-то очень даже простой получился для рожденных побеждать. За считанные секунды рассыпали шведы на открытом пленте. Ну вот, поджим верх-низа не сработал. Эдвард забрал первого. Ну, а дальше все по накатанной пошло. Как снежный ком. Падали шведские игроки. Ну что же, Дэвил Волку вряд ли дадут засейвить девайс. Но он постарается как можно больше навредить экономике команды Na'Vi. Но, как видим, не проходит зажим Дэвил Волка. И Эдвард спокойно забирает оставшегося шведа. 2-2. Опять-таки же, счет равный. И интрига действительно зашкаливает в этом матче. У шведов очередной бай. Смотрим на карту, что же будет делать в этот раз Na'Vi. Ну, наверное, будем делать приоритет на снайпера команды. Вчетвером Na'Vi отправляются на закрытый пуэн. Старикс отправляет одного на зелень. Гвардиан с ТВП попадает Флюшу в ногу. Но Флюша отвечает просто шикарным хедшотом. Падает тем временем на зелень Сережа Старикс. Живи в поджиме. Без шансов забирает украинского игрока. Ну и теперь ситуация 5-3. Действительно качели какие-то у нас в этом поединке. Смотрим, что по позициям у Na'Vi. Зевс на закрытый, Эдвард наверх-низ. Где же Сейзет? Сейзет уже готов выходить на верхний. Дым под выход. Ой-ой-ой. Флюша просто в дым нарандомил хедшот Сейзету. И у Na'Vi действительно громадные проблемы. Шнейдер забирает Зевса. Эдвард также падает наверх-низ. Ну и в живых только Денис Костин. И всего лишь 18% здоровья. Фнатики все живы. Впятером выживают в этом раунде, но Сейзет постарается эту ситуацию исправить. Как видим, не получается. Джейви роняет Сейзета. 3-2. Фнатики опять-таки же выходят вперед в этом матче. Да, заруба еще та намечается у нас. Did I hit you, Флюша? Yes. Лекшот, пишет Флюша. Но действительно, мы видели, Коучу не повезло. Префайром стрелял в ногу шведу. Попал просто шикарно. Я даже не рассчитывал такой прыти от игрока команды Na'Vi. Но все-таки везение было на стороне шведа. JV наверх-вниз. Забирает Зевса. Экраун, кстати, у рожденных побеждает. Тем временем Devil Волк на зелени. Спокойно расправляется с Сейзедом. Ну и что же будет дальше? Живи пойдет поджимать, скорее всего, или нет. Будет оставаться на верх-низ, а вот Флюша готов принимать выход команды Na'Vi на закрытый. Забирает Гвардиана, падает Эдвард. Ну и Шнейдер подстраховал, забравши Старикса. 4-2. Фнатики потихонечку уходят в отрыв. Но отрыв этот действительно несуществен. Поэтому какой-либо трагедии делать для Na'Vi нет смысла, надо просто собраться и в том же духе продолжать набирать раунды в первой половине. Ковач, опять-таки же с АВП, дуэль на этот раз с Флюшей, но Флюша на закрытой. И Ковач может забрать только какого-то полевого, я даже не знаю, игрока команды Fnatic. На открытом пункте без снайперских винтовок. Джейви наверх-вниз. Терроризирует команду Na'Vi, забирает Сейзета, кстати, подстраховывает его еще и... Кто же это там? JV, второй минус. А это Шнейдер. Шнейдер спокойно стоит и ждет, когда же будут падать подарочки. Подарочки наверх-вниз. Ковач не попадает с ВП в десятке, Пронокс умирает в той самой десяточке, ну и вот настал черед Шнейдера. Минус Тарикс, этот отвечает тем же, и в итоге Ковач один против троих. Словак с ВП. Есть первый промах. Ну и дальше шведы не дают разгуляться Гвардиану. 5-2. Опять-таки же, какой-то беззубый раунд от команды Na'Vi. Попытались парни выйти наверх-вниз, но один JV остановил их. И в итоге в раунде сделал 4 минуса. 5-2. И еще один экономический для рожденных побеждать. Смотрим на карту, что будут думать. Ну вот, по-моему, какой-то тим-толк и минутка непонимания того, что же все-таки мы делаем у самих Na'Vi. Потому что, действительно, первые раунды были очень
ну, я не знаю, даже, наверное, просто внушали какое-то спокойствие и что здесь все будет нормально. Нави смогут взять как минимум 5-6 раундов вот после пистолетного и после оружейного, первого оружейного исполнения Нави. Я подумал, что 5-6 раундов Нави в атаке это будет изи. Вообще без вопросов. Но вот парни ошибаются, и вот теперь у меня уже возникают сомнения по поводу своего прогноза о легких 6 раундах для рожденных побеждать. В итоге 6-2 без потерь. Фнатики берут экономический раунд от команды Нави. И теперь очередная оружейка. По-прежнему Словак с АВП. И как его будет реализовывать на этот раз? Кстати, у Ковыча статистика действительно провальная. 1 на 7, у Старикса 0 на 7. Один ассист, у Словака нет ассиста, но есть убийство. На этот раз Словак с АВП отправляется наверх низ и уверенным минусом забирает Живи. Что же дальше? Что же дальше? Там уже по всей открытой разгулялись рожденные побеждать. Пронокс. Даст поставить бомбу? Нет, не дается Эзет установить бомплент. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, проблемки у Нави. Не могут парни по-прежнему установить бомбу. Ситуация 3 в 3. Красный Зевс, но есть красный Дейвовый Волк. На самом деле, Пухл с Баром практически абсолютно равная ситуация. Флюша с АВП, есть Гуардиан с АВП. Кто же круче, Словак или Флюша? Ну вот мы сейчас это узнаем. Эдвард забирает красного Дейвового Волка. Шнейдер отвечает минусом Эдвард. Ну и теперь настал черед Гуардиана, который машет с АВП и моментально получает пулю в голову. Шнейдер делает третий минус в этом раунде, забирает еще и Зевса и ставит точку. В 9-м раунде первой половины. 7-2. Вот теперь это уже можно назвать отрывом. Действительно, шведы серьезно настроены взять больше 10 в первой половине и оформить разгром Нави на карте Train. Дадут ли это сделать Нави? Ну, даже не знаю. Надо что-то менять. Вот такие вот раунды с АВП от Словака пока не работают. Парни пытаются выходить на открытую, и это не получается. Надо менять вектор атаки и пытаться вскрывать закрытый плент. На закрытую ходили только на эко. Надо попробовать сходить туда с девайсами, с полной раскидочкой, выйти, спокойно разбросать шведов, поставить бомбу и взять еще один раунд. Ну, это все, конечно же, на словах. А как это сделает команда Нави, давайте посмотрим. Два АВП у Фнатиков в этом раунде. Живи и Флюша. Две снайперские винтовки, одна закрыта, одна на открытом пленте. Ну и смотрим, что же из этого выйдет. Нави готовы выйти. Это выход 2-2-1, 2 десятка, 2. Зелень и один вверх-вниз. Ну, довольно-таки неплохо вышли на зелень. Сережа Старик сделал опен-фраг. Ну и дальше рассыпали шведы. В живых только Шнейдер и... Ну, на самом деле, только Шнейдера в прошлом раунде и хватило, чтобы взять этот. Ну и теперь только Флюша. Один против четверых. Здесь вряд ли что-то спасет шведского игрока. Постарается сделать как можно больше минусов. Есть первый. Забирает Словака. В дыму находится из-за проблемы у Нави. Но в бок заходит Эдвард и берет третий раунд для команды Нави. 7-3. Вот так вот. Спокойно. Никуда не торопясь. Нави вышли по зелени. Сделали парочку минусов, поставили бомбу, ну и взяли очередной раунд. Все практически так, как я и говорил, только вскрывали не закрытый плент, а открытый. Вектор атаки все-таки не поменяли. Так, что у нас на этот раз? Эдвард вроде бы наверх-вниз вместе с Зевсом. Выход и размен 2 в 1. Зевс забрал JV, Пронокс минус Зевс и Дэвил Волк забрал Эдварда. Упал харьковский тандем. Теперь вот в живых остались Старик, Сейзет и Гуардиан. Что придумают парни, мы сейчас с вами узнаем. Итак, Сейзет. Где же Сейзет? Сейзет десяточки. Законтролил врыв от Пронокса. Тем временем Старикс выходит наверх-низ вместе со Словаком и готовы наказать. Наказать Шнейдера в первую очередь. 2 в 2. Есть еще красный Дэвил Волк, который мансует в зелени. Ну и Флюша, от которого зависит, наверное, очень многое в этом раунде для команды Fnatic. Дойдут ли уйти Стариксу? Сережа Старикс установил бомбу. Постарается сделать минус, но этого шведы сделать не дают. В итоге Словак с АВП. Один против двоих. Шведы не спешат. Будут пытаться развести последнего игрока команды Нави. Дэвил Волк
мансует в тупиках, а вот Флюша будет выходить из десяточки. Должен заподозрить что-то нечистое Словак. Ну и как же будет справляться в этом раунде? Ну, опять-таки же промах и второй промах от Гуардиана. И Фнатик берут восьмой раунд в первой половине. Что-то у Словака с АВП сегодня действительно не ладится. Статистика 3 на 10 – это не то, что мы привыкли видеть от снайпера команды Na'Vi. Проиграв вот такой вот раунд, рожденные побеждать вынуждены сливать. И будут проводить очередной экономический в атаке, что, конечно же, позволит шведам взять еще один раунд в первой половине. Так, ну, наверное, пока эко мы посмотрим на статистику, кто же такой грозный у шведов. Шнейдер, 13 киллов, 1 ассист, 6 смертей, 27 очей. Ну и посмотрите, чего начинают Na'Vi. Отличный хедшот от Эдварда забирает Дэвил Волка, Зевс минус Джейви. Эдвард, какой хедшот, падает Пронокс. 5-2 на эко-раунде шведы допускают невероятное количество ошибок и на грани срыва. Ну, на самом деле, будет справедливо, если Na'Vi возьмут эко, тогда по эко-раундам. В первой половине будет счет 1-1. И тогда действительно Na'Vi смогут взять свои 5-6 раундов в первой. Итак, Шнейдер и Флюша. Что же будут делать? Будет ли сейв или все-таки пойдут до конца? Будут выбивать поставленную бомбу на открытом пленте? Ну вот, 4 живых игрока команды Na'Vi не позволят это сделать шведским игрокам. Флюша забирает Гуардиана напоследок, постарается уже засейвить свою снайперскую винтовку. Ну и даст ли это сделать Данил Тесленко? Не дает этого сделать. Точнее, не смог он дать засейвить Флюше девайсик. И Флюша напоследок забирает еще и Эдварда. 8-4. Вот так вот на ровном месте, пропустив Эдварда в окна, Фнатик проигрывает эко-раунд. Ничего не предвещало беды для шведской команды. И вот только Ваня Эдвард мог сотворить чудо, и он это сделал. У Вани статистика 10 на 9. Вот единственный игрок команды Na'Vi, который идет в плюс в первой половине. Всего лишь один фраг, но это плюсовая статистика. Таким результатом не может похвастаться ни один другой игрок команды Na'Vi. Итак, занятие закрытого пункта. Не закрытого, а котлов. Котлы заняли и взяли под свой контроль Эдвард и Зевс. Гуардиан и Старикс пытаются зачистить зелень, а Сейзет контролирует поджим в десяточку. Вот такая расстановка у Na'Vi на этот раунд. Ковач в подсадке пытается проверить кого-то из стоящих шведов на зелени, но здесь абсолютная чистота, и Devil Волк вот с такой вот позиции принимает зелень. Говорит, выходите, Na'Vi, мы готовы. Мы готовы вас принимать, но вот только отсюда. Так что Словака ВП и подсадка на зелени практически бесполезна. У GV намечается также интересный момент. Прямо над ним практически вся команда Na'Vi перетягивается на закрытый плент и попробует выйти именно на эту позицию. Зевс уже гиперагрессирует на верхней волне, но в итоге немного отходит. Так, ну неужели пойдут на GV? Под флешечку будут спускаться на шведского агрессора. GV ловит отличный тайминг. Ну и есть первый минус, забирает Эдварда Шнейдер. Тем временем минус Старикс. GV попадает по голове Зевса. Пронокс моментально разменял тиммейта. Ну и Словак. Очередные промахи с АВП. И вот только разменом Devil Волку удается забрать снайпера команды Na'Vi. Но в живых остается только Сейз. Ситуация 1-3. 6 секунд до конца. И бомбу Фнатики поставить не дадут. 9-4. Что с экономикой у Na'Vi? Смотрим очень пристально. Ну да, это будет эко. Нет смысла покупать в предпоследнем раунде полубай. Если проиграв этот раунд, в следующем, на последнем, вы остаетесь без закупки. Но это же Na'Vi. Это Na'Vi и это ва-банк. Это ва-банк. Парни рискуют. Хотят все-таки заполучить 6 раундов в первой половине, и для этого надо им закупаться. Быстрый выход на закрытую. Старикс. Как будет действовать Флюш? Смотрим. Не попался в ВП с первой попытки. Дальше. Есть минус. Падает Сережа Старикс. Дальше Флюши не дают закрепить успех. Ну и просто рассыпается команда Na'Vi один за другим. Безупречное выбивание от шведских фнатиков. 10-4 у Na'Vi на последний раунд. Все-таки будут деньги, поставленная бомба. Ну и запас кое-какими средствами обеспечит. Ну, посмотрите, опять-таки же, это неполноценный бай. У Старикса 2800, у Гвардиана всего лишь 3000. Зевс также был на грани срыва. Ну, короче, с деньгами действительно провал. У рожденных побеждать, и последний раунд парни проведут форсбай.
Две снайперские винтовки по-прежнему в составе Фнатиков. Живи и Флюша действительно напрягают рожденных побеждать и навязывают больше проблем, чем это сделал Словак. Зевс открывается наверх, не забирает Пронокса. Что дальше? Дальше вступает в игру Джейви со своей снайперской винтовкой. Спокойно забирает Ковача. Ну и Нави решили не идти до конца. Будут менять вектор атаки прямо в этом раунде. Понимаю, что действительно шведы стянули практически все силы на открытую базу. И туда идти просто-напросто нет смысла. Итак, Зевс отправляется на закрытую. Эдвард, Старикс и Сейзет. Неужели все вместе пойдут на зелень? На зелени у нас Devil Волк. Вот такая позиция у Девила. Ну и он готов восстановить Нави при попытке выхода на открытый плент. Что же будет здесь? Как кто кого? Ставочки принимаются. Итак, Фнатик, Devil Волк или Сейзет? Devil Волк. Опенфраг забирает Сейзета, но Сережа Старикс изменял, при этом остался красный. 3 в 3 ситуация, но два красных игрока у команды Na'Vi. JV готов сделать минус выходящего игрока по зелени, но мажется ВПС, вертухи, падает Зевс, фазум в Эдварда, и третий минус забирает Сережу Старикса. 11-4, Фнатики серьезно настроены пробиться на ван-финалы 9 сезона Star серии. И для этого им надо обыграть команду Na'Vi. Na'Vi точно так же надо эта победа, дабы попасть на ван-финал. Будь здоров, Егор. Статистика итоговая на ваших экранах. Шнейдер, JV и Флюша. Вот три фраг-лидера команды Fnatic. 18, 16, 13. Это количество убийств. Ну, а вот у команды Na'Vi действительно не вошли в игру Guardian и Starix. Не получалось у парней очень даже много, особенно у Словака с ВП. Все мы прекрасно видели, сколько было промахов. Сережа Старикс также сам на себя не похож. Обычно привыкли мы видеть как минимум парочку раундов, где Сережа Старикс выбегает, делает минус, потом еще минус, потом еще минус. В итоге минус 3 и изи раунд для Na'Vi. Этого мы с вами также не увидели. Но, надеюсь, парни подсоберутся. Минута была для того, чтобы перевести дыхание и во второй половине начать с пистолетного раунда. Na'Vi надо брать пистолетку для того, чтобы оформлять камбэк в этом матче. Удастся ли Na'Vi это сделать? Смотрим, что тем временем делают Фнатики. Вчетвером даже... Нет, да, вчетвером, за исключением Пронокса, идут в дом. Пронокс. Неаккуратная флешечка. Ну, неужели Пронокс так просто отдастся? Чудом выживает, остается 16 хп, ну и выход на закрытую. Данил Тесленко уже готов принимать Фнатиков. Не попадает при этом, никого не забирает из шведов. Гвардиан, open фраг, забирает JV, Гвардиан, второй минус, падает Флюша. Бомба установлена, ну, 5 в 2. 5 в 2. Devil Волк и Пронокс. Постарались исправить вот такой вот провальчик в пистолетке. А именно ситуация 5-2 действительно... Без зуба сыграли пистолеточку Fnatic, ну и были за это наказаны. Но это же хорошо. Это говорит о том, что Na'Vi начинают очень даже неплохо. На самом деле не буду забегать вперед, потому что уже была точно такая же ситуация в первой половине. Na'Vi взяли пистолетный раунд, но проиграли эко. На этот раз шведы не будут закупаться. Шведы поставили бомбу, и шведы будут закупаться в третьем раунде. А вот сейчас есть отличный шанс для кого-то из Na'Vi записать на свой счет какой-то супер-хайлайтик. Кто же это будет? Гвардиан или Зевс? Ну вот тут у нас два варианта. Словак вроде бы заметил проходящих шведов на верхнюю волну. Выход пошел, Зевс открывается, забирает JV, дальше мажет. Ну и теперь настал черед Словака. Два отличных минуса, точнее нет, всего лишь один. Но дальше точно так же с СЗ-шкой в руках просто вырывается на плент, не дает Фнатикам поставить бомбу, что немаловажно. И без шансов забирает шведов. 11-6. Никаких проблем на эко-раунде у Na'Vi не возникло, но теперь будет полноценный бай у шведских Фнатиков. И теперь надо включаться на максимум. У Словака есть АВП. Есть АВП, которая действительно может натворить громких делишек, но Словак сегодня не попадал за атаку и, надеюсь, исправится во второй половине.
Давайте глянем на карту, что происходит. Devil Wolf один контролирует поджим зелени. JV также контролит врыв в десяточку. Пронокс, Флюша и Шнейдер над верх-низ. Вот такая вот группировка у нас засела на подходах к закрытому пленту. Зевс. Что у Зевса в руках? У Зевса М4А1С. И намечается какой-то плотный приемчик. Пронокс, куда пошел вообще? Непонятно. Ого, ого. Какой-то супер нашифрованный дымок. Такого я еще не видел. Давайте посмотрим, куда же прилетит этот дым. Сколько силенок понадобилось Пронокс, чтобы докинуть. Итак, дым летит у нас и закрывает правую сторону зелени. Старикс рискует Сережа. Но дальше играет практически безупречно, но ошибается. Дживи забирает Сережу Старикса. Шведы делают open фраг в этом раунде. Зевс отвечает тем же. Сейзет минус Шнейдер. Ситуация 2 в 3. Нави в большинстве. Пронокс минус Сейзет на крыше. 2 в 1. 12 секунд до конца. И Ковач ставит точку в этом раунде. 11-7. Нави берут первый оружейный. Ну вот чуть ли провалом не закончилась вот такая вот ошибка от Сережи Старикса. Выпад в дым на зелени. Действительно, это была ошибочка. Ошибочка от Сергея Ивова и Щука. Но и, собственно, тиммейты исправили по марку Сережи и взяли важнейший раунд. 11-7. Ну вот, на самом деле, когда я говорил, что Трейн — это не карта Нави, то, может быть, даже где-то ошибался. Именно на этой карте Нави практически одолели поляков, проиграв их только на допах. И в следующем же дне разобрались. С кем же они разобрались? Кого-то бомбанули плотно. На трейне тоже. Неужели это были... Да, это были поляки. Да, в двух разных игровых дня. В одном проиграли полякам на допах, а во втором действительно додавили. 11-8. Никаких проблем на эко у Нави не возникло. Ну и теперь JV также берет снайперскую винтовку и постарается навязать борьбу Словаку с ВП. Где Словак? Словак довольно-таки прагматично играет в зелени, будет чекать в первую очередь выходящих из десяточки. Ну, а что же делает JV? Смотрим. Шнейдер, уже есть open фраг. Забирает на закрытом пленте Зевса. Зевс пытался сыграть агрессивно, ну за что был моментально наказан. Итак, JV, выпад на нижнюю волну, но минусы сделать не удалось. Где тем временем Словак? Уже на хелпе, на закрытой базе. Должен помогать Эдварду принимать выход на закрытую. Ну и вроде бы Ваня дает информацию своим тиммейтам, что на закрытом пленте абсолютная чистота. И надо бы укрепить А-базу. Что, собственно, и делают Нави. Старикс, Гвардиан и Сейзет берут под свой контроль открытый плент. Фнатики оставили одного Флюшу на закрытой базе, который будет контролировать еще один врыв от рожденных побеждать. Но сюда уже Нави точно не пойдут. Тем временем Пронокс уже на зелени, готов встретиться в очной дуэли с Сережей Стариксом. Ну вот теперь, если ошибется Серега, то это будет провальчик для Нави. Но будем рассчитывать на то, что Серега не ошибется дважды и сделает действительно важный минус для своей команды. Итак, тайминговая флешечка просто... Идеально по таймингу залетает вторая, но Старик зашибается, и Пронокс оформляет второй минус в этом раунде. Словак с АВП, второй минус. Готов сделать третий. 13 секунд до конца. Devil Wolf устанавливает бомбу. Ситуация 2 в 2. Словак делает третий минус в этом раунде. В паре с Эдвардом постараются перевернуть все происходящее. JV минус Эдвард, и у Словака есть шанс оформить эйс в этом раунде. Вот она, дуэль снайперов. Кто кого? JV или Гвардиан? Ну, JV, по-моему, услышал, как прытко бежал Словак. И на морозе просто будет дефузить. Ну да, JV убежал слишком далеко, что позволит Словаку раздефузить беспрепятственно бомбу. И JV забирает напоследок Гвардиана. Но однозначно Словак исправляется. За провал в первой половине, сделав 4 важнейших минуса и взяв очередной раунд для рожденных побеждать. 11-9. Нави подбирается впритык к Фнатикам и готовы сравнять счет в этом матче. Но у Фнатиков по-прежнему закупка. И надо... брать сейчас, чтобы это не стало. Перестрелка снайперов опять-таки же заканчивается в пользу Гвардиана.
попадает. Тут JV забирает практически все здоровье. Ну и граната, прилетевшая JV под ноги. Пронокс на морозе вышел из десяточки. JV поддержал, забрал Старикса. 5 в 3 ситуация. Но есть на крыше Ваня и Эдвард. Есть по-прежнему слова АКСВП. Ну и вот они шансы для команды Na'Vi. Харьковский тандем оформляет минус 2. Плюша и Devil Волк упали. Бомба установлена. Ситуация 3 в 3. И теперь действительно по шансам могут выбить все это дело Na'Vi. Смотрим, что же тут будет происходить. Гвардиан гранаты находит JV под окнами. Два игрока наверх-вниз. Гвардиан забирает Пронокса. В живых только Шнейдер. Ну и теперь вся надежда на этого парня. Забирает Зевса. Ну и что же дальше? Чуть ли не ошибается Словак. 1% здоровья остается у снайпера команды Na'Vi. И Эдвард подстраховал. Не стал дефузить бомбу, а просто подстраховал и забрал последнего шведского игрока наверх-вниз. 11-10. На пятки Na'Vi наступают шведам. И вот теперь действительно готовы сравнять счет в этом матче. Вот тот Словак, которого мы с вами привыкли видеть. Тот Словак, который в первой половине настрелял всего лишь 3 фрага уже во второй половине. И это только начало второй половины. 16 фрагов, 2 ассиста и 15 смертей. Но 15 смертей — это все было в первой половине. JV подловил Ковача на агрессии и попытке агрессивно отстрелить зелень. Что дальше? Пронокс минус Эдвард. Что же у нас все начинается так плохо? Ситуация опять-таки же 5-3. Сережа Старик забирает флюшу, но на этом его подвиг заканчивается. В живых только Зевс, Данил. Один против четверых. Шведы взяли под полный контроль о базу и не дадут Дане сделать ровным счетом ничего в этом раунде. Остается только сейвить девайс. Что с экономикой у Na'Vi? Действительно проблемы. У Сейзада и Старикса денег точно не будет. У Эдварда 5250 и еще насыпет за проигрыш этого раунда где-то полторушку. Короче, у Эдварда, может быть, даже будет дроп. У Зевса точно будет дроп. Ну, в принципе, могут Na'Vi насобирать на бай, дабы не дать закрепить успех Фнатикам, не дать укрепить экономику и уйти действительно в отрыв. Win. 12-10. Ну и вот теперь смотрим на арсенал девайсов команды Na'Vi. У Словака по-прежнему есть МВП. Да, это будет бай, но это бай на последние деньги. Для Na'Vi практически все решается в этом раунде. Нельзя ошибаться, нельзя допускать каких-либо помарок. Надо просто отыграть безупречно этот раунд и сбить экономику шведам. Это быстрый выход наверх. Ничто будет происходить на открытом у Na'Vi. Давайте смотреть. Сейзет готов принимать. Сейзет не попадает под JV. Ну как же так? Старик, сравнивая счет по фрагам в этом раунде, забирает Devil Волка. Бомба установлена. Пронокс минус Эдвард. Словак мажет СВП. Словак со второй попытки также не попадает. Но Зевс исправляет ошибку своего тиммейта. 3 в 3. Зевс просто громит команду Fnatic. И опять-таки же у нас два игрока наверх-вниз. JV подловил Зевса. 2 в 2. Как стоит бомба? JV. Ну, вот теперь шанс для Флюши, но не успеет он уже. Хотя, о мой бог! Словак на последних секундах убирает руку с дефуза, забирает шведского игрока, но раунд уходит в копилку Фнатиком. 13-10. У Na'Vi не будет денег на следующий бай, но будет одно АВП от Словака. Надо его как-то разыграть. Надо, чтобы Словак сейчас делал open фраг. Надо, чтобы кто-то поддержал из тиммейтов, и Na'Vi делали очередной переворот в этом матче. Смотрим, что происходит на карте. Укрепление Б-базы. Эдвард. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот такие вот позиции у Эдварда и Зевса. Зевс готов удивить. Словак открывается. Старик забирает флюшу. Что дальше? Зевса по-прежнему не знает о его местонахождении. Даниил срывается вниз. Забирает двоих. Успел забрать. И эко-раунд берет команда Na'Vi. Как раз вот точно так, как я и заказывал. Open фраг от Словака, и чтобы кто-то поддержал. Поддержали парни, которые сливали, и у нас действительно продолжается заруба. У шведов нет денег, и Na'Vi должны пользоваться этим шансом и подбираться опять-таки же впритык. Счет 13-11, эко от команды Fnatic. Смотрим. Кого же будут проверять на прочность? Неужели это опять-таки же будет Данил Тесленко? Как будет Даня разбираться со своим М4А4 X-Ray?
Мы сейчас с вами узнаем. Ну вот, автодиректор все-таки решил посмотреть на открытую, но мы с вами вернемся. Вернемся к Даниле и будем смотреть, что же будет делать Даня. Даня замечает выходящих шведов на нижнюю волну. Никого по-прежнему не забирает, только сейчас удается сделать первый минус. Шведы устанавливают бомбу, это нехорошо. Нехорошо. Для команды Na'Vi. Дальше должно быть все спокойно. Флюша один против четверых. Словак спокойно разбирается с последним шведским игроком. 13-12. Не без проблем. Na'Vi взяли эко, хотя потеряли всего лишь только Данилу, но бомбу дали поставить. Это плохо. Это плохо. У Пронокса 7400, что позволит купить ему АВП и дать его своему тиммейту, а именно JV. Что, собственно, и происходит. Смотрим, что происходит дальше. 13-12. Момент истины. На ваших экранах. Смогут ли Na'Vi сравнять счет или все-таки Фнатики вырвутся вперед в этом матче? Итак, JV, быстрое занятие закрытого пункта. Зевс был на грани срыва, но флешка, по-моему, спасла Данила только что. По установке Дэвил Волк по-прежнему контролирует поджим зелени. Сережа Старикс туда... Неужели пойдет до конца? Сергей, нет, аккуратненько чекает. Зачем идти? Все нормально, все получается. Ну вот, потихоньку парни исправляются. Во второй половине взялся Сережа, взялся Ковач. Ковач вообще плотно взялся. Во второй, если бы вот было больше времени... Ой-ой-ой, JV open frag, забирает Эдварда наверх-вниз. Это нехорошо. Ситуация 4 в 5. Дальше будут действовать также агрессивно шведские игроки, что позволит им, конечно же, взять этот раунд. Ну, у Na'Vi появилась сейчас дырка в обороне, которую надо как-то прикрывать. Воспользуются ли этой дырой шведы? Вот в чем вопрос. Зевс. Попытка агрессивно сыграть. Вот то, как раз чего мы ждали. Зевс идет до конца, но Флюша все контролирует. Второй минус от шведов в этом раунде. Словак не попадает с АВП. JV моментальный минус. Падает Гвардиан. 14-12. Здесь без шансов для Na'Vi. Должны уходить парни на сейв девайсов. Старикс и сейзит. Куда идет Денис? Денис, надо сейвить. Надо сейвить, Денис. Ну, вот такие вот агрессивные позиции сейва. Старик знает, что на зелени был Дэвил... А как вообще вышел Дэвил Волк? Что произошло? Разминулись просто с Сережей Стариксом. Ну и вот такие вот две позиции у наших парней. Старик знает о выходящем Дэвил Волке. И, по-моему, Дэвил только что заметил Серегу. Сейчас посмотрим. Да. Да-да-да, именно так. Прочекал аккуратненько плечиком. Красным оставляет Старикса и забирает. Сейзет все-таки выжил. Денис, ну, и пытался дальше агрессировать. Непонятно зачем. У шведов 5 живых игроков, но Денис просто храбрец. Есть у Na'Vi бай. И надо его брать. Надо его брать. Дабы бороться за выход на LAN-финалы 9-го сезона. Гвардиан попадает в ногу JV. Ну, в другую точку там и не попадешь. 16% здоровья остается у шведского снайпера. Ну и теперь этот парень практически бесполезен в этом раунде. Так, а вот что происходит у Эдварда? Эдвард поджал в десяточку, но его контролировали. Ваня спокойно ушел. Понимает, что цена ошибки очень велика. И действительно лучше сыграть сейвово в этом раунде. Так, что у шведов в простановке? Флюша на закрытой, Дэвил Волк и Шнейдер на зелени. Пронокс десятка, JV также десяточка. Пронокс, дым на зелень. Будут выходить на Сережу Старикса. Как с этим выходом справится Сергей? Давайте смотреть. Дым держит до последнего момента. Все правильно. Вот как только увидит на чеке кого-то из шведов, сразу ляжет дым. И там уже будет попроще принимать. А вот теперь заходите. 45 секунд и 20 секунд дыма на зелени. Три игрока шведской команды именно в этой позиции. Шведы идут по зелени. Сережа Старикс. Сережа Старикс, ну как же так? Как так открывается Пронокс? Но дальше Сейз заступает в игру, забирает двоих. Шнейдер отвечает минусом. Ситуация 3 в 3. Нельзя Na'Vi проигрывать этот раунд. Проиграв этот раунд, парни остаются без денег на последний раунд. У Словака АВП мажет. Как же так? Зевс минус Шнейдер. 1 на 1 против Флюши. Флюша знает, где Словак. 12 секунд до конца. Гвардиан меняет свое АВП на АКМ. Закидывает гранату Флюши. Ну и теперь, что же делать в такой вот непростой ситуации? Где угодно может находиться... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
есть же! Вот то, что надо было. Казалось бы, Флюша сыграл безупречно и должен был забирать Словака, но не попал спреем с АКМа, и Гвардиан берет 13-й раунд для команды Na'Vi. 14-13. Невероятная заруба в рамках 9-го сезона Star серии. Это матч за выход, однозначно. Интрига по-прежнему жива. У Словака есть АВП, у Дживи также снайперская винтовка. Но вот этот раунд станет ключевым для обеих команд. Как у Na'Vi, так и у команды Fnatic. В случае проигрыша денег не будет абсолютно. Позиция Зевса на вот такой вот раунд. Ну и смотрим, как же Данила разыграет ее. Выход. Что же, пойдет или нет? Словак с АВП. Есть первый минус, забирает Флюшу. Дальше должен в игру вступать Данил Тесленко. Ну что ж, Даня. Шведы не чекают эту позицию и за это моментально наказаны. Зевс, два минуса. Devil Wolf разменял. Живи, минус Эдвард. На ровном месте у Na'Vi начинаются проблемы. Нельзя ошибаться больше, Na'Vi. Словак красный. Но по-прежнему опасный. Итак, Devil Wolf. Шаги от провала красным оставлен. Ой, за секунду упали шведы. 14-14, счет равный. Счет равный в этом матче. Неужели парни решили расписать ничью в этом матче? Не знаю, ну, по-моему, это скажется плохо для обеих коллективов. Потому что недобор по очкам будет сразу у двоих. Так кому-то плюс 3, а так обоим командам по плюс 1. Ну вот, это добавит шансов другим командам. Что же, Фнатики на грани срыва. Все было вроде бы под контролем у шведских парней, но Na'Vi действительно сегодня во второй половине настроены оформить камбэк. Итак, JV наверх-вниз. Где же ты, JV? Флюшу неплохо взорвали в десяточке. Нет, это Пронокс. Сейзет, есть open фраг. Прошивает Пронокса. Преимущество у Na'Vi в одного игрока и реальный шанс заполучить ничью в этом матче. Когда, если не сейчас, брать этот раунд? 4 в 5. Не супер девайсы у команды Fnatic. JV поменял свой галил на что-то другое. Ну, скорее всего, пытался забрать. Ой-ой-ой, а это плохо. Devil Wolf наверх-вниз забирает Эдварда. Но у команды Fnatic есть два красных игрока. При этом у Na'Vi у всех оставшихся в живых игроков со здоровьем все просто безупречно. Но ошибаться по-прежнему не стоит. JV в десяточке по-прежнему напрягает команду Na'Vi. Тем временем Словак с АВП. Есть первый минус на закрытое. Забирает Флюшу. Красный Devil Wolf создает проблему Словаку. Зевс. Минус Шнейдер. В дыму готов найти Devil Wolf. Этот минус делает Сережа Старикс. Ну и теперь JV. Один против четверых. И на последний раунд постарается засейвить как можно больше... Как можно больше девайсов, ну, это, конечно, глупо прозвучало. Всего лишь один девайс удастся засейвить JV, и он это делает. 15-14. Na'Vi оформляют ничью в этом матче, и в этом раунде постараются оформить победу. Фнатики понимают, насколько велика цена этого поражения. И сделают максимум, дабы не допустить вот такого провала. Ведя со счетом 14-12, Фнатики упустили победу из своих рук. Уже победы им не светит, только ничья. И это лучший исход для команды Fnatic в этом матче. Итак, Сережа Старикс на зелени в очередной раз. Попытка Fnatic продавить эту позицию, и ошибается Серега. При этом красным остается Пронокс. В десяточке получил кучу дэмэджа. Ну и что же дальше? Devil Wolf, минус Эйзет, Эдвард забирает JV. Неужели у нас будет... Ну, не будем забегать вперед. 3 в 3. Два красных игрока у рожденных побеждать. Пронок забирает Эдварда. Ну, это был как раз-таки один из красных, поэтому потеря не такая велика. Ну и теперь надежда только на Даню. Даня. Ну, позиция Флюши очень хороша. И он действительно может удивить сейчас. Рожденных побеждает, забирает Зевса. Словак один против двоих. Прочитал Пронокс как открытую книгу. Бомба стоит. Словак. Мало очень времени у Гвардиана. Ну и что же делать
15-15. Флюша берет этот раунд для команды Fnatic. Ничейный результат, на самом деле, самый справедливый исход этого поединка. Друзья, мы уходим на небольшую рекламную паузу. Дальше будем наблюдать за матчем. Если не ошибаюсь, это будет встреча куражей против рожденных побеждать. Нави по-прежнему будут набирать очки для того, чтобы пробиться на финалы 9-го сезона Star серии. Реклама.